Всем доброго дня! Вы на канале интернет-магазина и установочный центр frontcam.ru. Начали установки автомобиля BMW в кузове E70. Это рестайлинговая модель X5. Сюда установили головное устройство. Она встает сюда в штатное место без каких-либо зазоров. Тут у нас пленочка у нас на экране наклеена. Сзади у нас, соответственно, все закрыто, изолировано, никаких торчащих проводов нету, потому что часто нас об этом клиенты спрашивают. Магнитола сюда подключается по штатным проводам, по штатным фишкам, то есть ничего перепаивать не нужно. И она еще подключается путем по AUX, то есть ваша штатная магнитола сохраняется, то есть она лишь дополняет ее. То есть здесь есть крутилка громкости, соответственно, она работает. То есть получается, этот экран подключается путем AUX к штатной магнитоле. Здесь у нас есть, получается, штатный джойстик, с помощью которого у нас идет управление магнитолой. Он работает. Сейчас мы находимся, получается, в меню. Так, сейчас, секундочку. В меню Андроида. Здесь у нас находятся все приложения. Мы можем пользоваться, получается, как самим джойстиком. Допустим, запустить Google Chrome. При этом у нас получается сам дисплей, он идет активный, то есть мы можем не только вот этим джойстиком, да, управлять, но также можем выбрать, допустим, также пальцем, допустим, вот в проводник можем зайти, то есть здесь в этом плане все работает. Сенсор, хотя откликается очень хорошо, мягко. При желании вы можете сюда загрузить практически любой навигатор, в том числе и Яндекс.Навигатор. Это делается с помощью Play Market. Нужно будет, соответственно, зайти. Яркость мы можем отрегулировать. Вот так уже картинка приятнее. Есть расширенный эквалайзер, где можем, соответственно, уже звук настроить по своему вкусу. Громкость регулируется с помощью данной крутилки, так и с помощью кнопок на руле. Кнопки на руле, они все функционируют с магнитолой. Здесь есть вот АПК-инсталлер, то есть вы можете загрузить, допустим, сторонние какие-то приложения и уже, соответственно, установить не только с помощью Play Market. Далее перейдем в музыку. Вот сейчас с помощью кнопок на руле. По Bluetooth можете подключить свое мобильное устройство для того, чтобы разговаривать по громкой связи и, соответственно, включать музыку. Здесь есть, соответственно, настройки. Это идет настройки именно Android. И теперь перейдем еще к главному, не менее важному, точнее. Здесь ранее стояла, получается, своя система CCC. И эта же система, она сохраняется на данной магнитоле для того, чтобы... У нас, получается, две системы будут. Система Android и, соответственно, система BMW. Для этого нам нужно будет нажать и зажать вот эту кнопочку меню. При удерживании мы, соответственно, попадаем в меню управления штатной мультимедийной системой. Здесь есть информация об автомобиле, бортовой компьютер. Дальше, соответственно, если у вас есть электронный щуп, то, соответственно, здесь же он будет это все отображать. И еще, получается, так как магнитола подключена здесь по AUX, вы можете громкость еще там отрегулировать дополнительно. Для этого мы заходим сюда, и вот, соответственно, AUX включен, громкость, и это все можем отрегулировать. Вот, чтобы перейти нам обратно в меню Android, нам нужно также зажать кнопочку меню и удерживать. Здесь в комплектации стоит штатная камера заднего вида, и при включении на заднюю передачу у нас магнитола, соответственно, тоже ее сохраняет. Здесь штатные подтроники отображаются, ну и, соответственно, сама камера. Собственно, вот, дорогие друзья, на этом все. С вами был интернет-магазин frontcam.ru. Если у вас остались какие-то вопросы, можете задать их в комментариях, либо же оставить заявочку на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.